перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет! Доброе утро! Эрик, респектуй, брату, взаимный. Дратуйте! Стайл, привет! Бля, Никитос, я здесь, короче, блядь, на этой ебаной, блядь, вот этот светофор. Где мы в прошлый раз стояли, я опять здесь стою. Андрюх, привет. Спасибо тебе. Я хуй знает, где батл. Отстаньте, пожалуйста, этим батлом. У меня уже тошнит, я уже... Он еще не вышел, но он меня уже заебал. В руке у меня айкос. Это такая штучка, которая сигареты заменяет. Очень неплохо. Реклама на радио Джаз. Меня зовут Ян, и я проведу экскурсию по голландскому бизнес-порталу Вандерпарк от группы ПИК. Короче, ничего интересного не произошло. Потолки 3.15. Остров Свободы. О, Надюш, привет. Как вы там? Шаньке, привет передавай. Очень сильно помогает. Пиздец как, как-то странно. Сейчас новые сигареты у них вышли, они немножко, конечно, странные. Шапка обычная. Ну, пиздец, шапка. Ладно, говорит, что мне похож на какого-то грабителя банка. Давай, Вась. Ебанутый или что, Короче, что там? Никто никого не убил, ничего интересного не произошло. В рэпе, да? Я знаю такое место. Ресторан Бескартора. Там как раз появилось новое меню. Надо попробовать. Куда двигаться там собрались? Ресторан Бескартора. Весенинская набережная 16, строение 9. Он не капсульный, это как сигареты, просто он не жгет сигарету. Она не горит, а она как вапорайзер работает. Она выпаривает. Она нагревает сигарету, и оттуда выпаривается пар в виде никотинового дыма. Вкус тот же практически, эффект тот же. А вот продуктов горения нету. Бля, мне надо идти работать в рекламу, бля, дай. Надо с ним связаться. Всегда один найдется какой-нибудь, какой-нибудь гадости будет писать. Откуда же вы берете, бля? Вредно, конечно, но не так вредно просто. Жилой комплекс Сильвер. 495-152-66-66. Ну, я надеюсь, что у вас может что интересное. Может, там кто кого, блядь, разъебал. Или опять я в какой-нибудь... Концерт-холл. Шаня, привет. Шалом. Зрители устраиваются поудобнее в мягких бархатных креслах. Музыканты поднимаются на сцену. Ladies and gentlemen, Miles Davis. Я ни на чем не катаюсь. Это машина моя женщина. У меня машин нет, я свой продал. Она мне нахуй не сдалась. Вот. Чувствую, придется Лане брать другую машину. Я это оставлю себе. Всем прекрасного настроения в студии Маргарита Макеева. Так начинается программа «Выход». Сюда, сюда, блядь. Короче, я еду на Бронинский ювелир. Как я вам уже всем сказал. И у меня выходит коллекция. Вот я приехал, мы сейчас будем обсуждать там что-то.
по поводу коллекции. Вот, и очень рад, что сейчас скоро будет коллекция ювелирки от меня. Это тот же рейндж, да? В плане Альфонс, блядь, дебил, я сам покупаю машину, блядь. Мужчина покупает женщине машину, а не женщина мужчине, блядь. Это полный провал, если мне женщина машину будет покупать, если я уважать перестану после этого. Будет, будет на альбоме треки, но я пишу альбом. Вы не думайте, что я тут ничего не делаю. Я пишу альбом, и я просто не хочу говно выпустить, хочется что-то хорошее выпустить. Но поменялось у меня, музло поменялось. Как бы, блядь, тяжело найти минуса. Так, все, я взял? Да. Что-то я, блядь, забыл в машине. Хуби с ним. Лимон, фиты? Да нет, спасибо. Не подходит, не подходит с лимонским минусом. Ладно, всем привет. Альбом, хуй знает, пишу. Всем привет. Я ухожу со связи, я был рад вас всех видеть. Да, будет ювелирка. Не пьёшь чай на то? Не, туда наверх.